Стальной хват России, привет большой. Привет. Всех с наступающим. Приехал в гости Володя и говорит, я вчера посмотрел фильм. И ваш... не мог не уважить. Да, и не мог не уважить. Прежде всего Ярослава, тот, который закрывает на без два всего. Раза. Без всего и кисти полностью. Ребят, вы просто поймите, не просто два раза закрывает, а кисти полностью. Но Володя говорит, Иваныч, дай мне попробовать. Вы с Сашей вчера попробовали. Да. Сашке спасибо за такой твистер. Да, Саш, спасибо тебе да, большое. Привет Александру большой. Ну, закрытие посвящается всем нам, всем ребятам с наступающим. Да, естественно, не без всего. Конечно, красная петля, 22 миллиметра, красный с красной, давай, сотка, покажем. Сотка, да, новая. Вчера с упаковки была распечатана, 100 килограмм со стаканами, Red, Хауинг с буквочкой R, с отступом, да. Конечно же. Вот, не знаю, блин, я вчера что-то нагляделся на Сашу и на Вадима Ивановича, это, конечно... Да, у Володи очень классный подрыв, вот он умеет это можно делать. Можно не бинтовать, но так... Не надо. Саша сделал с оранжевой 13 мм, Вадим Иванович с красной 22 мм. Ну, давайте посмотрим, до чего дойдет Володя. Да и эту хоть пройти бы, не то, что дойдет. Тяжело идет на всем протяжении. И старт бешеный, и параллели, и дожим. Ужас. Честно, значит, вот честно. Дальше что мы можем сделать? Мы можем взять оранжевую. И одни труселя. И одни труселя. Это как бы чуть-чуть будет тяжелее, естественно. Чем с красной. Чем с красной. Но легче, чем просто с одной оранжевой. Сразу будем делать? Передохну. Будем отдыхать. Конечно. А потом склеим. Все, ребят, до 11 часов утра. 26 ну, 5 декабря. Минут прошло где-то. Значит, с красной петлей соточка зашла. Значит, красный с красной закрылся. Теперь покажи комбинацию. Значит, это оранжевая. 13,6 и 4 желтая. Ну, даже в сложении 13,6 это 19, это меньше 22. А так как это труселя, а не совсем легкий силикон, то, соответственно, это легче. Ну, 22 красная, а здесь получается 18,4 миллиметра, то бишь легче. Она красная петля сама по себе и хорошо жёстче. Плотная, жестче. Давай. Попробуем. Значит, будем пробовать, а потом, естественно, одна оранжевая останется. Ну, это если пройду, да. Если пройду, да. Смотрите, что это сотка, потому что очень похожа на 90-е. Да. Надо показать. Сотка. Саша, братан. Привет. Буду стараться, не знаю, блин. А ты до Нового года успей закрыть 110-й старенький. Надо его закрывать. Оп. Поехали. Ну что видно было? Прошло. Ну что, ждем оранжевую? Надо чуть передохнуть. Да, передохнуть. Итак, прошли красную и прошли оранжевую с желтой. Теперь с одной оранжевой. Все, до встречи.